Когда некоторые говорят мне, что не хотят водить своих детей в церковь, а уж тем более в воскресную школу, потому что там якобы заставляют их выполнять тяжелое занятие, а еще поститься, а потом еще и в храм на службы водят, и все это не каждый взрослый вынесет, то я рассказываю вот эту историю. Когда я учился в школе, то часто проводил время у своих любимых дедушки и бабушки, которые жили в другом конце города. Прямо под окном у них была замечательная детская площадка и хоккейный корт, где летом мы с мальчишками играли в футбол, а зимой в хоккей. А через стенку от них жил мой друг Мишка, с которым мы ходили в одну школу и занимались на одной футбольной секции, а по вечерам часто проводили время вместе. А еще мой друг учился в музыкальной школе играть на аккордеоне. Родители хотели, чтобы он поступил в консерваторию. Кстати, потом он и окончил. И Мишка каждый день по 8 часов должен был репетировать на аккордеоне. Без перерывов на каникулы или поездки летом в деревню, куда, конечно же, аккордеон тоже брали. Я приходил к бабушке с дедушкой и слушал, как мой друг музицирует. Слушал, а потом не выдерживал. Перелазил через балкон, мы жили по соседству на втором этаже, к нему в комнату. И говорил: «Мишка, хватит заниматься, пошли скорее в футбол играть. Все ребята уже на поле собрались». Но мой друг, пока не оканчивал урока, никогда не шел. Если бы его родителям сказали: «Зачем вы своего ребенка так мучите? Заставляете каждый день заниматься по 8 часов, лишая радости и детства», то в лучшем случае они покрутили бы пальцем у виска. Все, у кого дети занимаются серьезно спортом, ходят ли на гимнастику, фигурное катание или хоккей, или серьезно музицируют, как мой друг, знают, какой это тяжелый, тяжкий труд, который их дети безропотно выполняют каждый день. И тут точно не всякий взрослый его вынесет. И что из того, что в лучшем случае один из тысячи станет профессиональным спортсменом или музыкантом? Родители идут на эти жертвы, не задумываясь. И это для них нормально. Но когда речь заходит о воскресной школе с занятиями раз в неделю, а тем более о том, чтобы привести ребенка в храм по воскресеньям, причаститься, на тебя смотрят как на больного. Да вы с ума сошли. Разве можно подвергать ребенка такому тяжкому насилию? И это при том, что вера в жизни гораздо важнее, чем хорошая растяжка. Если ребенок с детства научен вере, то она станет для него надежной опорой и защитой на всю жизнь. Вера – это вовсе не слабость, как думают некоторые далекие от церкви люди. Это сила победившего мир Христа, которая может двигать горы и делать невозможное в обычном понимании возможным. Конечно, все эти недоразумения от того, что люди сами в церковь не ходят и понятия не имеют, о чем говорят. Но стоит все это преодолеть, хотя бы раз найти в себе сил и 2 часа вместо того, чтобы спать до обеда, прийти в храм и помолиться, отстоять службу, а потом увидеть после причастия счастливые глаза своего ребенка, как все это изменится. Такие дела.